2 ноября, 4:40 минуты. В районе дома номер 1 по улице Ягодной в областном центре произошло столкновение 2 автомобилей Honda Stream и Toyota Corolla. В результате дорожно-транспортного происшествия водители автомобиля скончались на месте ДТП, 2 пассажира получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.